Поліна Кравченко вже була на Європ Плюс колись, але, на жаль, не у мене в ефірі, тому я хочу з тобою ближче познайомитися. Будь ласка, розкажи про свою творчість, звідки ти, чим ти займаєшся і чому ти вирішила співати. Фантом Икс Полина Крупчак, да, это некий такой новый проект. 13 лет назад я уже, скажем, вступала, заступала на этот путь. С кем ты працюешь? Первую песню в альбоме написал Дима Монатик. Есть еще в арсенале песни Дима Монатика. Знаем такого хлопца, напоминаю. Да. А вот сейчас я работаю с Осадчук Андрюша, Андрей, да, знаю. Алхутов Вадим, Мария Тимофеева. Ну, вот такие имена уже. Да, буквально недавно хорошо. Игорь Майский, вот мы с ним начали сотрудничество. С кем ты там позывал? Да, это как раз последняя песня Алхутова Вадима и Марии Тимофеевой. Чужая другая. Она такая лирическая, очень нежная, такая про любовь, вот, и как раз недавно буквально была презентация нашего клипа на эту песню, поэтому, ну, это логично презентовать ее сегодня на Европа Плюс в эфире, потому что это последняя моя работа. Свежая? Да, это свежая. Класс, мне кажется, еще треба что-то у Анны спитать, было бы, а? Я побьюсь, какие у вас планы на ближайшем часе? У нас планы грандиозные. Мы планируем сделать еще одну презентацию этого же клипа, потому что поступило очень много писем от поклонников, которые не смогли попасть, поэтому мы хотим сделать это открытое мероприятие. Да, забудем. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими концерт-холлами, поэтому, я думаю, в ближайшие дни мы уже определимся и дадим эту информацию более обширно в наших официальных страницах, в социальных сетях. Вообще сейчас уже записанных 6 треков, да, на которые как раз-таки мы сейчас и делаем некий перформанс, представление образов с подтанцовкой. Нас пригласили, и мы этим очень гордимся, что нас пригласили в плейлисты караоке-баров всего СНГ. Поэтому с Нового года песни Полины Крупчак будут звучать в караоке, их можно будет петь всем гостям. И задняя картинка непосредственно клипы. Буквально через день, послезавтра, мы снимаем клип очередной на песню «Работай». Ценова песня, да? Да, Сучика Андрюша. Клип на песню «Чужая другая» был снят на Кипре. Это безумно красивая локация, я вам даже советую посмотреть. Я уже захожу до YouTube. Это очень красивая видеоработа с очень красивыми видеолокациями. Еще раз тебе вітаю на Европ Плюс. Я бажаю тебе, ну, такого натхненного творчества. И еще будет какая-то песня, мы тебе чекаем. И твои побажания всем, кто нас зараз слушает. Ой, спасибо вам большое, что вы слушали нас сегодня, что вы были с нами, что вы звонили в студию. Огромное спасибо Сергею отдельное. Аня, спасибо.